Добрый день, дорогие друзья. Я хочу этим видео записать обращение к чеченскому народу, к чеченским молодым парням, которые выезжают на Украину воевать. Парни, вспомните 94-95 год. Вспомните 2000 год, 2000 год. Если вы не помните этого, да, спросите у своих родителей. Россия уничтожила ваших отцов, дедов, ваших друзей, товарищей, братьев, сестер. И вы так яростно едете защищать еще потенциалы России в суверенитетную страну, Украину. Я просто не понимаю вас, парни. Вы же кавказские люди. Вы же знаете, что такое добро, что такое зло. Вы же люди с Кавказа, вы это очень хорошо понимаете, что надо делать, что не надо делать. Парни Чечни, молодежь Чечни, опомнитесь, короче, не надо поднимать руку на тех людей, которые вам ничего не сделали. Они не пришли в ваш дом с оружием в руках. Это вы едете туда с оружием в руках. Так что сделайте, как это сделают ингуши. Они не посылают своих парней воевать за Россию. И это их право. Они не послали своих парней воевать в Грузии за Россию. Вы ж народ Кавказа, вы, я надеюсь, что у вас есть та жилка, та честь, за которую вы должны, отстоять и не делать того, чтобы убивать тех людей, тот мирный народ, который не пришел к вам домой с оружием. Он не воюет на российской земле, он воюет на своей земле с оккупантом с Россией. Я вот это хотел обратиться к вам. Дорогие кавказские чеченцы, парни молодые, прошу вас, оставайтесь дома. И так, ваш народ в 94-95 году и до 2000 года потерял очень много своей молодежи, чтобы еще терять молодежь в этой непонятной для вас войне.